Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашей подписчицы Жанны Брундуковой про инбридинг. Олег Алексеевич, скажите, пожалуйста, проводите ли обмен животными, чтобы снизить инбридинг, или своего поголовья хватает? Ответ. Здравствуйте, Жанна. У нас достаточно большое и разнообразное поголовье животных, и проблем с инбридингом у нас нет. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.